На какой спектакль вы сейчас ходили? На рассказы Шукшина. На рассказы Шукшина в театре «Нация». Скажите, пожалуйста, что вам понравилось, что не понравилось? Какая игра актеров? Мне понравилась Чулпан Хаматова очень. Она замечательная, талантливая вообще. Вот. Музыка и песни очень все классно. На каких местах сидели? Как вам хорошо было? Мы сидели вообще на самом верху. Было не очень видно, но все слышно. Да. Хорошо. Могли бы вы порекомендовать другим зрителям сходить на этот спектакль? Родственникам, знакомым, близким? Я думаю, что да. Обязательно стоит посмотреть и увидеть это. Вот это замечательно. Хорошо, спасибо.